Вот же. То сражение, что было в пустотах. Тогда я наткнулся на внезапное препятствие. Тамаки Катацу. Именно для этого я и тренировался, чтобы сопротивляться этой чертовой нахальной девчонке. Я читал эротические книги, смотрел взрослые фильмы. Я превзошел свой страх. Вперед! Буду ждать тебя на живописном пустыре в 2 часа. Пустырь! Шторм! А ты смелая, раз пришла одна. Нет смысла объяснять это тому, кто сейчас умрет. Складка на ее белье. Улетай. Вблизи она другая.